Добрый день, дорогие рыболовы. Решил приступить еще к одной небольшой модернизации. Сезон зимний не за горами, начинаются первые заморозки, но льда и снега еще нет, поэтому есть время, так сказать, в промежутке между летом и зимой заняться машиной. Как вы знаете, на Хаске у нас имеется вот такое прицепное. Не знаю, к сожалению, почему именно так сделано. Пластина одна. По идее, по логике напрашивается вторая пластина сюда, чтобы можно было вставлять палец. Потому что, например, у меня есть санки от Хаски. Они именно и рассчитаны на такой зацеп. Но, в принципе, как бы это не страшно, потому что сама волокуша имеет вот такой прицепной, который пришлось наращивать карабином. Что на самом деле не очень удобно. Потому что и карабин я купил, откровенно говоря, чуть-чуть побольше нормы. И этот карабин, когда прицепляешь зимой, он бывает и обледенеет, и замерзнет. Да и вот здесь вот он потом туда-сюда играет, болтается и так далее. Что, наверное, скажем так, со временем могло бы сказаться на чем-то другом. То есть, либо брызговик бы весь задрало, либо еще что-то. Да и в конце концов, вот эти удары сюда, они ни к чему. Поэтому и был приобретен вот такой вот предмет. В принципе, у кого есть сварка, у кого есть, скажем так, материал, это сделать-то несложно. Потому что я покупал в магазине, там буквально его за 500 рублей, если не ошибаюсь. То есть, но явно, что он сделан-то, видите как, то есть, не заводской. То есть, взято, сделано аккуратно, красиво, все четко. То есть, принцип подразумевается какой, что вот кольцо вот так вот одел, оно защелкнулось, отжал, достал. То есть, и хочу я его примостячить вот сюда, скажем так, чтобы он был у меня вместо, именно вместо уже непосредственно вот этой петли. Сейчас я этим и займусь. Уже предупрежу заранее, что я уже проверил, конечно, надел и цепочку, и натяжку сделал, посмотрел, все ли хорошо, потому что меня смутило, что вот эта вот ручка, так называемая, будет мешать. Ну, судя по всему, она не помешает, поэтому, ну, скажем так, и попробую сделать модернизацию данного объекта. Уж очень мне понравилось. Покупал я себе, покупал другу, друг поставил на Хаске уже, на Хаске у него мотособака тоже самодельно, тоже сделал, потому что вот эти петельки, в принципе, она надежная штука, но вот решил модернизировать, может быть, и производитель сразу рассмотрит вариант установки именно вот такого прицепного, поэтому обязательно выложим на форум в раздел Хаски, там производитель присутствует. Если его это заинтересует, если это действительно всем понравится и все захотят, я надеюсь, по отзывам все сообщат о том, что требуется данная модернизация. А производитель молодец, быстро реагирует на хорошие новшества. Поэтому, думаю, сделает все хорошо. Ну, потихонечку приступим к модернизации. Ну вот. Вот мы маленько обрезали и накернили. Сейчас будем готовить место для болтового соединения. Ну, как уже и сказал, произвел демонтаж пластины и сделал два вот таких отверстия. Все, конечно, кустарно, не очень аккуратно. Заранее прошу извинения. И, наверное, самое вот сложное оказалось это вот попасть вот сюда. Вот здесь вот маленько накосячил, блин. Видите, не по центру. Потому что болты будут насквозь, но думаю, что конструкцию не повредил. Но если кто-то будет что-то подобное делать, повнимательней. Не учел, что пластина наклонена относительно гусеницы. Да и вообще, как бы все ж на коленке.
Кто-то скажет, что относительно пластины маленько неровно. Но, в принципе, по отверстиям, видите сами, то есть оно получается как раз напротив. Ну, сейчас будем крепить это дело. Ну, в итоге у нас получилось вот примерно это выглядит вот так. Причем площадка уголка, она не лежит на фанерине. На основную, я думаю, это даже неплохо. А так как я сзади накосячил, то я этот маленький момент модернизировал. То есть добавил вот такую вот пластину. Думаю, это неплохо на самом деле. В то же время и усилит и трубку, чтобы она не была слабым в этом месте. Ну, грубо говоря, наш российский перестраховочный вариант. Все посадил на герметик резьбовой. Гаечки, как видите, самоконтролирующиеся, но они держатся на самом краю, поэтому поставил на герметик еще, чтобы это все дело не откручивалось и в итоге, чтобы я это не потерял нигде. Да, думаю, и не потеряю. Ну, теперь собираем дальше и посмотрим, как это будет в работе вместе с двигателем. Ну, что в итоге мы и получили. Общая картина выглядит примерно вот так. Захотели. Все. Примерно вот так все это будет выглядеть. Оттягиваем. Достаем. Все. Обратно так же. Просто удобно, ничего не замерзает. Одной рукой достаточно. То есть примерно вот такую систему я и хотел получить в итоге. Думаю, это оправдано. Удобно, интересно и практично. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Смотрите мое видео, ставьте лайки. Буду продолжать в том же духе. Надеюсь, не зря старался. Всего доброго.